руководящее слово. Итак, Игорь Берхин, Донецк, первоначально. Свобода ума и свобода от ума. Я был рад, когда Володя предложил мне дать небольшое интервью по поводу Карлоса Кастанеды и выступить здесь. Почему? Я не имею непосредственного отношения к Карлосу Кастанеде. Я с ним не был знаком. Но книжки Карлоса Кастанеды были одними из первых книжек, которые я прочитал на тему того, что происходит в нашем уме, какие есть тайны у нашего ума, какие есть особенности у нашего существования. И это было очень давно, это было в 1985 году. Мне давали эти книжки, называли их «Книжки по магии». Магией я не особо интересовался, но книжки были интересные, книжки понравились. И примерно в то же самое время сами собой спонтанно начались осознанные сновидения, и для меня два этих факта были взаимосвязаны. То, что я читал книжки Кастанеды, и то, что у меня были осознанные сновидения. И, как я уже сказал, я непосредственно не знаком ни с Карлосом Кастанедой, и я не могу сказать, что я практиковал по книжкам Карлоса Кастанеды. Конечно, когда был такой период ролевых игр, то было ощущение себя и там и сталкером, и нагвалем, и кем угодно. Вот. Но я всегда внимательно читал книжки, и в книжках было написано, что без помощи учителя только дырявый горшок без помощи учителя может рассчитывать стать безупречным воином или что-то в этом роде. Я к этому отнесся серьезно, и поскольку у меня учителя по книжкам Кастанеды не было, то я нашел себе другого учителя. И поскольку я практикую различные аспекты буддийского учения, и поскольку Карлос Кастанеда, ну не то чтобы с этим связан непосредственно, но связан по слухам, да, то что мы знаем о Карлосе Кастанеде, в основном мы знаем слухи о Карлосе Кастанеде. Некоторые даже не уверены, что Карлос Кастанеда существовал как живой человек. Мне на этот счет ничего не известно. Я также обнаружил, что когда большим почитателям творчества Карлоса Кастанеды, учения Карлоса Кастанеды, говоришь, ну, в порядке троллинга, говоришь, что это все художественная литература, очень часто люди почему-то начинают нервничать. То есть безупречные воины сразу начинают нервничать, когда им говоришь, что это художественная литература. Поэтому я иногда их троллю таким образом. И по слухам, Карлос Кастанеда посещал семинары Чигьяма Трумпы. Это учитель, с которым я никогда не встречался, но которого я очень уважаю. Опять-таки, я не знаю, правда это или нет. Но очень часто, поскольку сновидения, в принципе, являются частью нашего существования, всех людей. И поскольку сновидения вызывают всегда интерес эзотерической публики, и сновидения интересны для познания, потому что сновидения являются очень необычным полигоном, на котором можно обнаружить то, что в нашей обычной действительности бодрствования обнаружить нельзя, то очень часто люди проводят какие-то параллели между буддизмом, тем, что пишет Кастанеда, какими-то другими системами, в том, что относится не только к сновидениям, но и в целом к духовной практике и так далее. Но я решил остановиться на аспекте сновидения. Почему? Потому что чем велик Карлос Кастанеда? Независимо от того, правда то, что он написал или неправда, независимо от того, существовал такой человек или нет. Но вклад Карлоса Кастанеды в общечеловеческую культуру заключается в том, что Карлос Кастанеда осознанные сновидения сделал достоянием массовой человеческой культуры. Когда-то еще в 80-е годы я читал книжки по физиологии сна, нейрофизиологии сна. Была книжка, я уже не помню автора, называлась, по-моему, «Одна треть жизни» или что-то в этом роде. И там категорически отрицалась сама возможность осознавания себя во сне. Я к тому времени уже
имел такой опыт, поэтому мне было очень смешно это читать. Но, тем не менее, я сталкивался не только с людьми, которые отрицают возможность осознавать себя во сне, но я также сталкивался с людьми, которые вообще отрицают тот факт, что люди видят сны. Они говорят: вы все врете, вы сговорились, никаких таких снов не бывает. Некоторые люди, которые видят сны, говорят: нет, нет, это неправда, осознавать себя во сне невозможно и так далее. Поэтому то, что сделал Карлос Кастанеда принес осознанные сновидения в мировую культуру, сделал это частью общечеловеческой культуры. Если раньше это было частью культуры каких-то эзотериков, например, в тибетской йоге или среди разных племен, индейских племен, полинезийских племен и так далее, то опять-таки, повторюсь, Карлос Кастанеда сделал осознанные сновидения частью человеческой культуры. И поэтому я хотел немножко поговорить о сновидениях, ну, в контексте буддийского учения. Каков их смысл и в чем заключается их практика. И если мы говорим о буддийском учении, то есть три основных метода, три основных колесницы буддийского учения, которые кратко называются сутра, тантра и дзакчен. И вот хотя сновидения везде сновидения, они всегда сновидения, но отношение к этим сновидениям, практика этих сновидений могут отличаться. И также может отличаться понимание того, что такое сновидение, какова природа сновидения. И если, например, мы возьмем первую из колесниц, которая иногда называется «Путь отречения», есть знаменитая цитата Будды о том, что «жизнь подобна большому сну, иллюзия». Это не означает, что этого не существует, но это означает, что даже если что-то проявляется, это не имеет никакой конкретной реальности, и что наша жизнь подобна сну вчерашней ночи. Когда мы умираем, то, что мы любили, то, с чем мы сталкивались в жизни, то, что было для нас важно, все это исчезает. Подобно тому, как во сне мы могли видеть какой-то город, мы могли встречаться, общаться с какими-то людьми, ну, то есть нам снится, что мы видим город, нам снится, что мы общаемся с какими-то людьми. И это нам кажется реальным во сне. Точно так же та жизнь, которую мы проживаем в бодрствовании, подобна сну, и когда мы умираем, мы это обнаруживаем, когда прекращается наше человеческое видение. И особенностью этого подхода является то, что сновидение не имеет ценности. Само по себе то, что мы видим в сновидении, не имеет ценности. Если мы говорим о буддийском подходе в системе сутр, то сновидения не имеют ценности. Они имеют ценность просто как пример иллюзии, пример того, что нереально. И говорится, например, о том, что необходимо рассматривать всю жизнь как сон, как сновидение. И у этого есть разные аспекты смысла, у этого наставления. И один из них заключается в том, что не относиться к важному, как к чему-то важному, к тому, с чем мы сталкиваемся. Потому что все это подобно сну. Сон рано или поздно закончится, мы проснемся. Во сне у нас могут быть какие-то успехи, во сне у нас могут быть какие-то неудачи. Я помню, когда-то у меня был сон, в котором я почему-то играл в финале чемпионата мира по футболу и забил решающий гол. Я играл за сборную Бразилии. При этом я не осознавал, что это сон, но я понимал абсурдность этой ситуации. Я понимал, что вот я, да, там человек, имеющий паспорт совсем другой страны, в возрасте, в котором футболисты обычно уже заканчивают играть. И вот я нахожусь на поле, я играю за сборную Бразилии, я себя обнаруживаю в этой ситуации, думаю, ну ладно, я уже попал в эту ситуацию, буду играть. Я забиваю гол, и я знаю, что за этот победный гол мне должны дать $1 000 000. И я во сне очень радуюсь, и я начинаю куда-то звонить и говорить, что вот у меня есть $1 000 000. И, естественно, когда я проснулся, я понимаю, что ничего этого не было. Но у меня не было большого сожаления, у меня было просто ощущение радости и веселья от абсурдности всей этой ситуации. И вот точно так же наша жизнь. Нам кажется, мы что-то выиграли, нам кажется, мы что-то потеряли, но потом наша жизнь заканчивается,
И оказывается, что все это не имеет никакого значения. А мы переживали по этому поводу. И это один из аспектов. Другой аспект, более глубокий. Когда мы говорим о том, что нужно относиться ко всему как к сновидению, если у нас есть опыт осознания сновидения, тогда мы можем относиться ко всему как к сновидению. Мы можем вспомнить, как это осознавать свой сон и сохранять точно такое же знание в своей повседневной жизни, в своем бодрствовании. И это является практикой. Это является неформальной практикой. Не когда мы сидим на подушке для медитации, когда мы делаем свой зад плоским, но когда мы ходим, когда мы общаемся, когда мы едим, когда мы чем-то занимаемся, мы можем осознавать, что все это подобно сновидению. И если мы осознаем, что все это подобно сновидению, то все становится менее важным. Очень осознанным, очень отчетливым, но менее важным. И у нас возникает меньше привязанностей. А в целом, когда-то я сформулировал различия. Не нужно относиться к этому как к какой-то догме. Я просто для себя это сформулировал, и я говорил это другим. В чем принципиальная разница между подходами к сновидению, которые есть в буддизме, и которые описываются в книгах Карлоса Кастанеды? И разница примерно такая, что если в книгах Карлоса Кастанеды сновидение описывается как особая реальность, есть даже одна из книг, если не ошибаюсь, вторая, не, точно не помню, кажется, вторая книга называется «Отдельная реальность». Да? Сновидение является отдельной реальностью. И мы относимся к сновидению как к реальности, мы стабилизируем эту реальность, свое пребывание в этой реальности. То в буддизме все с точностью да наоборот. Мы начинаем относиться к нашей реальности, условной реальности нашего бодрствования, физической реальности, мы начинаем относиться к этому как к сновидению. И вот это ощущение иллюзии, знание иллюзии, которое мы можем получить в сновидении, мы можем постепенно перенести в свое бодрствование. Это вот такое краткое, на мой взгляд, существенное различие между двумя этими подходами. Это не означает, что один подход лучше, а другой подход хуже. Но просто это важно понимать, что не нужно все смешивать. И разные аспекты знания, разные учения имеют свою ценность, относительную ценность или абсолютную ценность. И вот этот подход освоения иллюзорности во сне, понимание иллюзорности сновидения и привнесение этого знания, этого понимания в свою повседневную жизнь, в свое бодрствование, более отчетливо проявлен в учении, которое называется тантрой. Тантра сейчас очень популярное слово, и в массовом сознании тантра является чем-то вроде эзотерических или каких-то особенных сексуальных практик, сексуального раскрепощения и так далее. В буддизме тантра понимается немножко по-другому. Опять-таки не значит, что слово тантра можно понимать только таким образом и никаким другим, но в контексте буддийского учения тантра означает непрерывность, означает чередование состояний покоя и движения. И один из важнейших принципов, один из важнейших аспектов знания, который мы используем в тантрическом учении, в буддийском тантрическом учении, заключается в том, что мы обнаруживаем недвойственность субъекта и объекта, недвойственность ума, который воспринимает, и того, что ум воспринимает. Мы все учились в школе, кто-то учился даже в высших учебных заведениях. Даже на уровне школьных знаний нам легко, достаточно легко понять, что то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы чувствуем, не является внешними объектами, является отражением этих внешних объектов, но как часть нашего организма. В коре головного мозга или где-то еще, но внутри нас. То, что мы видим, то, что мы слышим, уже находится внутри нас. И интеллектуально это понять очень несложно. Но даже если мы это понимаем интеллектуально, мы продолжаем к тому, что мы видим и слышим, относиться как к чему-то внешнему по отношению к нам. И вот чем хорошо сновидение? В сновидении мы можем обнаружить,
что то, что мы видим в сновидении, зависит от нашего ума. Например, когда мы меняем течение своего сна, когда мы перемещаемся в пространстве сновидения, вернее, когда мы, нам кажется, что мы перемещаемся, потому что мы на самом деле нигде не перемещаемся, когда мы меняем, превращаем, например, огонь в воду, воду в огонь, когда мы зачерпываем твердое, когда мы проходим сквозь стены, когда мы меняем формы различных предметов или мы меняем свою собственную форму, это может увлечь как игра. Это, конечно, очень интересно. И обычно, когда мы впервые осознаем себя в сновидении, почему я говорю «когда мы», не «когда я», потому что я спрашивал многих людей. Очень часто мне задают вопрос вот, по поводу просветления, а что такое просветление и так далее. Я говорю, ну ладно, вы достигнете просветления, что вы дальше будете делать? Иногда люди стесняются ответить на этот вопрос, некоторые говорят сразу честно, будем летать. Я говорю, что очень просто понять, что мы будем делать, когда достигнем просветления. Ну, того, что мы сами считаем просветлением. Это не говорится о том просветлении, которое было у Будды, потому что мы ничего об этом знать не можем. Можем предполагать. Но у нас есть какая-то идея просветления. И очень просто понять, с чем связана эта идея просветления. Если мы осознаем себя в сновидении, если мы осознаем себя в этой новой реальности, в этой пластичной реальности, что первое мы начинаем делать? Если нам удалось не проснуться сразу же. Вот Володя мне подсказывает, что мы смотрим на руки. Но это для тех, кто читал книжки Кастанеды, но не только те люди, которые читали книжки Кастанеды, оказываются в осознанном сновидении, поэтому не все смотрят на руки. Но что мы начинаем делать? Чаще всего я слышу ответ, мы начинаем летать. Иногда, когда люди говорят об этом не публично, а наедине, шепотом, они говорят, я занимаюсь сексом. Как только осознаю себя в сновидении, сразу отправляюсь заниматься сексом. О, это так здорово. Это наша идея просветления, это то, что мы сделаем, когда мы достигнем просветления, это наша идея. Если помните, у Стругацких есть книга «Пикник на обочине», и там говорится о золотом шаре, который исполняет желания. И он исполняет не те желания, которые мы декларируем, какие-то хорошие желания, кому-то помочь, кого-то спасти, но действительные наши желания. И тогда ты приходишь кого-то спасти, а получаешь, например, деньги. Есть там хорошая очень фраза «Дикобразу Дикобразова». И вот то, что мы делаем в осознанном сновидении, показывает нашу дикобразовость во многом. По крайней мере, в начале, когда мы начинаем развлекаться, когда мы начинаем с этим играть, когда мы начинаем где-то перемещаться, хотя на самом деле мы нигде не перемещаемся. Когда мы летаем в сновидении, мы нигде не летаем. Мы испытываем ощущение, как в полете. Мы испытываем ощущение, как в перемещении. Но мы нигде не летаем, потому что там негде летать и нечему летать. Но мы можем использовать эту пластичность сновидения, для того, чтобы понять, что наш ум и то, что мы видим, взаимосвязаны. Мы начинаем о чем-то думать, и это проявляется в нашем видении. Это взаимосвязано. Мы можем обнаружить эту взаимосвязь. И вот эта взаимосвязь является ключевым знанием, которое мы обнаруживаем в сновидении. И это ключевое знание, один из ключевых аспектов знания буддийского тантрического учения. Обнаружение недвойственности субъекта и объекта, недвойственности ума и видимости, когда мы распознаем, что все, что мы видим, является проявлением нашей собственной энергии, нашей собственной потенциальности. Это тот подход к сновидениям, который используется в тантрическом буддизме, потому что в отличие от сутрического буддизма, в тантрическом буддизме проявление, то, что мы видим, то, что мы слышим, обладает ценностью. В сутре это не имеет ценности. Это как сон вчерашней ночи. Имеет точно такую же ценность. Поэтому мы не уделяем этому внимания. Но в тантре это имеет ценность, потому что благодаря проявлениям мы обнаруживаем собственную энергию. Мы обнаруживаем свое собственное состояние.
Поэтому это знание является ключевым принципом. И есть третий подход к сновидению. И для этого третьего подхода на самом деле не имеет значения, это сновидение или это бодрствование. Третий подход, или иногда называется учение дзакчен, или иногда называется путь самоосвобождения, означает просто мы знаем свое состояние. Это не значит, что мы обладаем полнотой информации о своем состоянии. Но мы всегда знаем свое состояние. И это знание своего состояния мы проносим через бодрствование и через сновидение, если получается, конечно. Когда мы в сновидении, в этом подходе, нам совсем не обязательно знать, о, я в сновидении. Это не имеет значения. Это примерно так же, как если бы нас где-то на улице схватили, мы знаем, что нас схватили, нас засунули в багажник, мы осознаем свое состояние, нас куда-то долго-долго-долго везут, мы осознаем свое состояние, нас где-то выпускают, мы осознаем свое состояние, мы понятия не имеем, где мы географически находимся, но мы осознаем свое состояние. Точно так же сновидение и бодрствование, как просто разные географические названия. И не имеет значения, что мы видим в сновидении. И не имеет значения, есть какие-то явления или нет каких-то явлений. Это сон со сновидением или сон без сновидений. И на самом деле, когда мы исчерпываем, постепенно исчерпываем беспокойство своего ума, мы можем испытать сон, в котором просто нет сновидения, просто исчезает внешнее видение, какое-то время находишься в исчезновении этого внешнего видения, а потом снова это видение возвращается. И вот эта непрерывность, есть видение, нет видения, есть видение, нет видения. Но при этом нет никакой мысли, о, я во сне, мне нужно воспользоваться этой чудесной возможностью и что-то сделать такое, чего я не могу сделать в своем бодрствовании. Просто знание своего состояния. Это третий подход, который используется в буддийском учении. Ну, я не знаю, какое это все имеет отношение к кастанеде, но я надеюсь, что вам это было интересно. Спасибо, спасибо большое, Игорь. Тут, как говорил Даниил Хармс, мы и сами теряемся в догадках по этому поводу.